Re, viss ēters ir te. Лучше спорт, а не магазин. Общественники Агинскаунса собирают подписи за сохранение одного из старейших теннисных клубов Латвии. Местные жители не без основания опасаются, что на месте кортов построят супермаркет. С активистами пообщалась Галина Сладовник. Более 100 лет назад, в 1910 году, на этом месте был открыт Агинскаунский общественный дом спорта и гимнастики. Позже на этой территории построили теннисный клуб. Но похоже, что его дни сочтены. Рижское строительное управление в мае прошлого года выдало разрешение на снос спортивного клуба и теннисных кортов. Однако за сохранение исторического места решили побороться активисты общества «Хорошо жить в Агинскаунсе». Они начали сбор подписей против изменения статуса этой территории. Подписаться за сохранение исторической среды можно в музее спорта, в кафе Каунцемского квартала и здесь, в магазине «Лац». Покупатели магазина один за другим подписываются против изменений. Здесь собрано уже около 200 подписей. Подписи уже где-то неделю собираем. Как вы видите, подписей довольно много. Люди активно выражают свое мнение. Ну, хотят здесь все-таки сохранить ту инфраструктуру или среду, которая здесь. В этом небольшом магазине опасаются, что с приходом супермаркета им придется очень трудно. Не знают, выдержат ли конкуренцию. А местные жители отмечают, что никакой острой необходимости в новом магазине в этом районе нет, в отличие от спортивных сооружений. Людей там очень много, там привозят детей и с района, и с Юглы, и с Марупы, и с Юрмалы, там занимаются спортом. И если это снесут, тогда больше поблизости ничего такого не будет. И люди тоже звонят, спрашивают, это что происходит. Центральный теннисный клуб хочет своего уничтожения, это что? Да, так что никто не понимает, что происходит. Тем временем стало известно, что на месте теннисных кортов действительно может появиться супермаркет, а именно Lidl. Вот что сообщили нам представители сети. Мы ищем возможности развития в Риге и других городах Латвии. Балдонас 7 – одно из мест, которое нас интересует, но пока никаких решений не принято. Объект принадлежал фирме «Централис Тенниса Клубс», но затем был продан, связанный с сетью компании. В Рижском строительном управлении подтвердили, что статус участка может быть изменен с территории общественной застройки на территорию застройки смешанного типа. В разработке локального планирования, среди прочего, будет оценена возможность сохранения исторического объема спортивного клуба и спортивных функций. И в связи с этим строительное управление продлило срок до 26 апреля. Заявители должны реализовать условия проектирования для сохранения части строительного объема этого здания. Завтра в Рижской думе в 17 часов состоится общественное обсуждение статуса использования участка земли в Агинскаунсе. В нем могут участвовать все желающие. А сбор подписей продлится до 5 февраля. Галина Солодовник, Данис Ласес, Кришанис Лейтис, Латвийское телевидение.